Два с половиной. Я точно вижу половинку. Ну ладно. Будем надеяться, что выбор был не до конца. Итак, мы начинаем наше награждение. Ура! И первыми награждаются. За третье место диплом в номинации аниме-фотокосплей награждается Сапфир, Леканда, фотограф Давыдова Ева. Не бегут, 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 бегут. Вот, отлично. Отлично.
Детский фестиваль, он проходит в январе. Мы хотим...
хотим вручить от него приз. Косплеер Янка Лисенок за номер Dynasty Warriors. Также конвент «Они на Йору». Он проходит осенью. В этом году пока еще даты неизвестны, но вы можете в группе нашего фестиваля следить за всеми обновлениями и за тем, какую дату объявят. От этого костыля, от этого фестиваля мы хотим наградить команду «Желто-черный комбинезон Брюса Ли» за сценку по японской демонологии. В зале присутствует «Желто-черный комбинезон Брюса Ли». Почему никакого движения? Как нет? Спит. А представители есть? Кого можно вас тут передать, может? Понятно. Это прекрасно. Ладно, хорошо, мы передадим. Мы тогда оставим организаторов, и они передадут. Спасибо большое. Добрый вечер. Мы представляем Хиган, это Минск. Для тех, кто не знает, нам не нужна виза. Ехать довольно просто. Приезжайте в гости участниками и зрителям. Ответьте все вам зал. Станция метро Пушкинская. И о нашем фестивале мы также хотим вручить приз. В первую очередь мы хотим вручить приз Чифику, который был в сценке на Камы Клаб Маша Игра. Есть дети, бегут. Где же они? Машенька, вон она. Сейчас можно опять использовать этот прием на счет три. Раз. Два. Три. Следующий приз за совершенство и просто точка. Юкика Ай, Kill la Kill. Видим ее? Да, бежим. Давай, 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 давай. Thank you.
ее просто везде. О, ночные гоблины, Вархаммер Фэнтези Бэтлс. А вот нас ночные гоблины. Скорее живут. Одиночное аниме «Земле» награждается Юри Ланеко. Есть зале? Есть. Аплодисменты! Пропустите к нам участника. Первое место. Одиночное аниме «Дефилея». Киёко. Спасибо большое. Приз зрительских симпатий. Ликанда. Одиночное аниме «Дефиле». А мы не забываем поддерживать, когда ты приходишь на сцену. Спасибо вам. Третье место. Диплом в номинации «Групповое аниме «Дефиле». Ниши Диан. Участник бежит уже. Спасибо вам большое. Я хочу такого домашнего ручного. Ну, это классно, да? Что, со мной не согласен никто? Ну, не хотите, как хотите, это сберу. За первое место диплом номинации «Групповое аниме «Дефиле» награждается Кохаку на Юме. Хорошо, представитель. Спасибо вам большое. Третье место. Диплом. Номинация «Одиночные гейм-дефиле». Роксас! Есть участник? Есть, бежит. Это сказал летит.
подойти. Хорошо. И еще раз. Приз зрительских симпатий. Одиночный гейм-дефиле. Немо. Немо есть. Немо есть, Даля? Да, вот она. А, вот она. Номинации групповой и дефиле. Чикмей. Есть участники? А, все, хорошо. Второе место групповой и дефиле. Это вы?
номинации. Диплом в номинации «Чили дефиле. Принцесса». Все были тронуты, наверное, ребенку был полон отзывов здоров. Дома? Хорошо. Передайте, пожалуйста. Жюри фестиваля диплому в номинации «Джапан Фэшн Дефиле» награждает Ольга Алисия. Джапан Фэшн Бизнес. Да, кстати, всех участников, которых уже наградили, все равно прошу не покидать зал, потому что в конце у нас на самой сладкой остаются три самые важные награды. Это гран-при караоке, дефиле, сценки и там, разумеется. И диплом, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Зрительские симпатии, диплом, Japan Fashion Дефиле, Коэти Раори. Это вы? Спасибо вам большое. Тут он не дальше не пройти просто. За вами вот просто как за стеной. Точнее, стена, которая здесь пойдет. Жюри фестиваля награждает диплом в номинации «Азия Мьюзик Дефиле». Я сейчас попробую все правильно. J.D.P.T. Чокопуту! Ну и, как обычно, сразу к двойному эквиваленту зрительские симпатии. Туда же! Чокопуту! Награждается супермен Клао. Вы есть? Да, вы есть! Второе место. Лолита Дефиле. Кисао. Есть Лолита в зале? Первое место. Диплом номинации «Лолита Дефиле» награждается Спиро и Элизабет. Вот они! Пошустрее, пошустрее. Спасибо большое. Приз зрительских симпатий. Лолита Дефиле. Дарси Чан. Дарси Чан. Вам спасибо. Третье место. Диплом. Это одиночный фэндом Дефиле. Фаргус. Активнее, участники! Все, сдули за два дня? Быть такого не может! Зрители тоже активнее. Некоторые вообще сегодня первый день, нечестно. В том плане, что аплодисменты к вам. Первое место с дипломом в номинации «Одиночная фэндом дефиле». Микуру!
что мы ему подарим. У нас есть потрясающий магазин на ярмарке, который представляет вот такие вещи призы. Поздравляем. Третье место. Третье место дипломом номинации групповое в этом дефиле. Урярник Кип, прошу прощения. Я вот сейчас
Петухов. Спасибо большое за счет выступления. Приз зрительских симпатий в номинации «Band of Karaoke» награждается Рейта Энгер. Все дружно вспомнили про Десятое королевство, детство и прекрасное настроение после такой песни. Жюри фестиваля награждает диплом за нации «Азия Караоке». Коичи!
ребят. И переходим к самому сладкому, например, да? Третье место в номинации Girl Style Dance Contest награждается Джоди! Где же они? Вот они, здесь команда, здесь. Спасибо вам.
Отлично. Вы уехали, да? Они уехали еще вчера, поскольку мы уехали. Спасибо. И где моя самая сладкая? Совсем сладкая. Я жду. И все ждут. Дипломом номинации «Караоке» Гран-при награждается Рейджер! Где наш святой отец? И вы засмирали, как там? Поздравляю. Дефиле награждается Неро, Олег и Степ. Вы сегодня уже были здесь, и зрители вам также отдали свой голос. Вернитесь, пожалуйста. Поздравляем. Представитесь, хорошо, значит, они уже. Диплома Гран-при в номинации «Косплей-сценка» награждается «Гамбет де факто». Возвращаемся. Нера!
Шидзе. Прошу, мы набрали. И Эрик.